Выходные Южной Якутии отметят свой главный профессиональный праздник – День шахтера. Народные гуляния в честь грядущей даты развернулись во всех районах города. Их посетили и наши корреспонденты. Угольная промышленность была и остается важнейшей составляющей топливно-энергетического комплекса страны. Она – одна из ключевых отраслей экономики. А для города Нерюнгри стала основной бюджетообразующей и градообразующей. И добилась признания не только на российском, но и на мировом рынке, что свидетельствует о высоком качестве продукции, компетенции и богатом опыте специалистов. Сегодня, наверное, положительные тенденции пошли буквально с этого года. И китайская сторона, и Корея, и Япония очень заинтересованы. Причем надо понимать, что якутские угли самые одни из лучших в мире, как коксующиеся, как высококачественные. Поэтому спрос огромный. И я надеюсь, что рынки будут только увеличиваться. В течение дня в городе Нерюнгри прошла череда традиционных мероприятий, посвященных профессиональному празднику. Праздничное шествие и торжественное собрание с вручением наград заслуженным работникам от официальных лиц принял стадион «Горняк». К 70-летию празднования Дня шахтера на главной площади города в сквере горняков открыли скульптуру «Шахтер с сыном». Екатерина Павлова, Аяла Мосов, НВК «Саха», Нерюнгри.